И всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня Павел Монтик. Я выживаю на таких вот скайблок. Лакиблоковские скайблоки. Ну, я это подобрал. Что здесь? Там была деревянная броня. Мне очень этот мод... Что с моим скином, ребят? Нет, где мой скин? Ладно, я потом его сделаю. Продолжаем игру. Я просто всегда в такой броне хотел повыживать. Я у компота такую броню видел. Ребят, смотрите, какая она крутая. Я ее у компота видела, она вообще офигенная. Ну да, здесь вещи так себе. О, аптечка. Молоко, что? О, штаны есть. Так, это сюда. Кстати, у меня Бодобороды сейчас за фоном там. Так, штаны. Ну, все. Так, факелы, в принципе, не буду... выбивать, ну, в принципе. Кстати, дерево я тоже не буду, потому что из лаки уголока. Блин, нафига зомбари? Спасите, ребят. Нет! Блин! Нет. Ребята, они меня поняли. Ребят. Есть. Они что, кокнулись? Это очень хорошо, ребят. Ну, это пипец как хорошо. Офигеть. Блин, мне не повезло сразу. Так. А все остальное где? Ну, пофиг. Опа. Это прикольная вещь. Так, все, выкинули. А село, это прикольная вещь. Мне свинка может выпасть. И я... Хотя у меня морковки нет. Ну, в принципе, вещи тут нормально. Кстати, ребята, что это? Блин! Ребята, я дебил. Блин, с меня же вещи спадают. Но я забыл это. Ребят, я забыл, что с меня вещи спадают. Ну, блин, ну вот. Капец. Зря я это сделал, да, ребят, зря. Ну, не, да ничего страшного. Кяу-кяу-кяу-кяу! Лошадь, она... О, ну, эффект. Вау, как я быстро теперь копаю. Вау. О, прикольно, что у меня было. Опа, изумрудики даже есть. Офигеть. Ребят, я лучше это все переложу в сундук, чтобы если бахнет что-то, чтобы это все осталось в сундуке. Еще изумруды. Еще золото и алмазы. Так. Это сюда вот. Так. А я буду. Так. А я буду пока что фейерверки пускать. А, просто эффект. А чего? Хотя я это знал. Просто я думал, что я запущу этот. Так, опа.
все мне не нужно. Ну, вот сейчас мне это не пригодится, так что это не нужно. Я... О, кстати, я могу на лошадь это одеть. На нее ехать. О, у меня оба. Так, ребята, блин, это что, не работает? Так, опа, опачки. Ой, гад! Ну, понятно, это, кажется, не оденешь. Фиг оденешь, как говорится. О, у меня еще две осталось. Так, блин, лошадь. О, да, блин. Ну, ладно, иди. Пока. Все, ребят, быстро. Надо мне просто все лайки перерыть. Все лайки блоки перерыть. Офигеть. Что это за зелье? Так. Взрывное зелье прыгучести. Взрывное зелье огнестойкости. Взрывное зелье исцеления. Взрывное зелье силы. Все. Ну, мне, в принципе, они потом пригодятся. Рык! Опа! Опачки! Ну, мне потом где-то... О, изумрудики! Туда... Ну, тут еще слитки остались! Опачки! Опа! И, ребят, я все забрал. Прикиньте. Ладно, все, теперь дальше попасть. Кошаки? По кошаки. Блин, у меня рыбы нету, чтобы приручить. А вдруг сейчас мне хрясь и удочка выпадает. И я смогу, блин, кошак. Блин, нет! Ребята! Нет, ребята, блин. Хорошо, что я те вещи не взял. Ребят, вы понимаете, что... О, это отлично. Ребят, вы понимаете, что мне просто, ну, пипец, блин, как повезло, что я вот эти все вещи не взял. Кошак пока что... А я пока что буду пытаться выловить удочку, чтобы потом в воде... Опачки. Динамитик. Кстати, здесь очень блоки хороши. Что это за штука, ребят? О, топорик. Я сейчас дерево буду рубить. Пипец. Так. Это вид не положу. Спидран не удался. О, быстренько. Быстренький такой топорок. Так, все, ребят, быстренько. Так, ребят, до какого острова вы хотите? Ну, хотя, давайте я в следующей серии до какого-нибудь острова пойду. Кстати, скоро уже будем заканчивать выпуск. Мне, в принципе, коровы не нужны, потому что с них можно взять жираку, мне их пофиг. Опачки. Смотри, что там лежит. Ма просто пукан на луну взлетит. Ребята, вы слушали когда-нибудь этот трек? Блин, у меня слушатель закончился. Скоро буду его от мусора убирать. Блин. Ребят, мне сейчас жуть, как повезло. Yes. Офигеть! О май гад! Ребят, вы понимаете, как
Мне сейчас повезло просто. Пипец. Все, я это на 100% кладу сюда. Так, я не могу это просто никуда деть. Ребят, ищем мусор. Ну все, в принципе, это мне все не нужно. Остальное пригодится. Спросите, почему я взял сено, но сено мне оно реально толком не нужно. Ведьма просто пукан на луну летит. Фу, все чисто. Ну просто фейерверки, я их сейчас буду пускать просто, если они попадут. А если их выбросить, то ничего страшного. Мне они не нужны. Ребят, вообще эффект такой прикольненький, да? Могли бы сфоткать. Офигеть, у меня назаритовый сет. Чё зачарованный? А почему мне ботинки? Блин, жаль, мне ботинки дали, прикиньте. То есть обувь. О май гад! Это землянка? Офигеть! Офигеть! Мне землянку, ребят, поставили. Офигеть! Я так счастлив. Я просто пипец как счастлив. Здесь же есть кровать. Даже бочка. Здесь такие хорошие вещи. Щещи! Здесь такие хорошие вещи. Они не щещи. Так, ребят, все. Так, ребят, я сейчас все беру. Я сейчас все просто вот все в бочку хочу переложить. И сделать, кстати, алмазный сет брони. Назаритовый я оставлю. Ну, а назаритовый я оставлю на себе, а алмазный на всякий случай. Кстати, ребят, почему в инвентаре больше места, чем в сундуке? Это как-то, ну, нелогично, ребят. Кстати, ребят, у меня есть и бочка, и вот это все. Ну, короче, забейте. Так, и сейчас буду делать алмазный сет брони. Точно. Я же алмазы не взял. Так, берем шапочку. Это. И это все готово. Даже осталось еще. Так. Подождите, а где штаны? Я что, штаны опять не скрафтил? Чего? Я не знал, что здесь есть такие вещи, оказывается. Почему я штаны не скрафтил? Или здесь запрет на штаны? Все, вот так. Наконец-то. Даже осталось. Так. Это мы сюда кладем. Все просто впритык, ребят. Просто впритык. А у нас еще сундук даже остался. Кстати, вон тот остров, куда эти грибушки можно было положить, но я их туда не буду класть. Блин, я испугался аж просто, ребят. Что вы мне? То есть, цветочки мне не нужны. Сейчас я сделаю... Размещу вот эти ульи.
один сюда, другой сюда. Все. Кстати, ребят, я думал, что здесь мирно, и если я сломаю эти ульи, то ничего не будет. Но оказывается... Чего? Что, ребят? Подождите. А, понятно. Понятно. Нафига мне эти штаны, блин? Вторые. Ну, ладно, пофиг, запасные. О, спасибо, кстати, ребят. В таком втором сундуке вещи повторяются, вы знали? Так. Не, ну я не знаю, что тут. Я потом что-нибудь туда важное такое прям положу. Вот важное. А, ребят, а что это за блоки? Это лаки-блоки? Ребят, вы серьезно? Понятно. Это лаки-блоки, которые превращаются в блоки. Понятно. Мне просто две земли выпало. Чего интересного? О! Можно что-то зачаровать. Так, ребят, все ненужненько. Седла у меня нет, кстати. Так, это сюда. Надо сейчас проверить, на что книги, ребят. Так, это быстрая перезарядка. Блин, это на лук. Это добыча, блин. Ну, это кажется на меч. Ну ладно, так, добыча, опа, добыча. Ребята, я что, не могу? Почему я не могу, ребят? Ребят, я не могу! Блин, ребят, я просто не могу, пипец. Пипец! Кстати, а может быть это и не на миг, если не закрывать. Хотя там бы был крик. Ладно, странно. Ладно, ребят, а этот выпуск подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Потому что... О, тут печка есть. То, что посмотрели меня. Всем спасибо за просмотр. И вот это последний лаки-блок в этом выпуске. Вот этот. О, прикольно. Ковальня еще одна. Ладно, ребят, это был последний. Ладно, шучу, это был... Ну ладно, это... Ребят, я пошутила, это был не последний, это был предпоследний. Смотрите, лаки-блок вот этот последний, я обещаю. Вот, видите, как удачно. Удачно. Удачно, ребят. Стоп. С меня же броня вся попала. У меня брони теперь нету, но есть. Ладно, ребят, мы заканчиваем этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Все ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!